хорошо у вас, не так? Не, как не разделения нет? Ну, это, да. На весь Спартак. Да, Спартак возглавил турнирную таблицу. Ты сейчас? Конечно. На момент третьего тура, конечно, сейчас. По сегодняшнему матчу не все так, наверное, легко, да, как кажется, по счету. Ну, конечно, да. Первый тайм особенно было достаточно тяжелое начало. С моментами Рубина. И хорошо, что выстояли, выдержали, можно так сказать, первые там 10-13 плюс-минус минут. И потом начали переламывать потихоньку. Был эпизод с Русланом Литвиновым. Штрафной пенальти, что там было. Слушайте, я думаю, вы уже сами все видели. Мы прям перед нами этот момент был, и 100% видели, что это удар мяча. Я видел Руслана показать свой голову? Ну, конечно. Ну, когда я просто его понимаю, когда игрок играет мяч и ставит штрафной, тем более такой опасный достаточно, и как вследствие после которого нам забили гол, то, понятное дело, реакция будет похожая. Не видно, что идет, ну, хорошо, там, игровой эпизод в штрафной, внутри штрафной площади, судья свистит, ставит штрафной. Слушайте, этот вопрос лучше, честно, я не знаю, это вопрос, казалось, мне тоже сначала показалось, что это было из штрафной, потому что он как-то в подкате вылетал.